Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что уволил бывшего директора ФБР Джеймса Коми не из-за расследования вмешательства России в выборы. Однако немедленно после увольнения Трамп заявлял, что Коми уволен по причине проведения этого расследования. Коми теперь регулярно дает интервью, рекламируя книгу своих мемуаров. Трамп не менее регулярно критикует Коми. Более миллиона жителей Пуэрто-Рико остались без электричества. Это вторая авария за неделю. Система электроснабжения ассоциированного США государства полностью не восстановлена после урагана Мария. На волне скандала с арестом двух чернокожих посетителей кафе Starbucks в Филадельфии, полиция Филадельфии принесла извинения арестованным, пояснив, что стражи правопорядка не знали, что посетители кафе Starbucks не обязаны делать заказы. Известный иллюзионист Дэвид Каппервильд предстал перед судом. Один из зрителей шоу Каппервильда в Лас-Вегасе получил тяжелую травму во время участия в одном из фокусов. На слушаниях Каппервильд был вынужден раскрыть секрет одного из самых известных своих номеров – перенесение группы зрителей в другой конец зала.